Ничего себе, ребят, какие вы бесстрашные. Прям нашествие ежей. С ума сойти. Ты там живой или что? Видимо, живой. Ну какой-то он грустный. А этот убежал. Этот не просто живой, этот какой-то шустрый. Эй, вставай. Пошли дружить, у меня дома мышей полно. Мне как раз нужен еж. Кошка мне не нужна. Кошка, она все мне переломает. А вот ежик — это хорошо. Да что ж ты какой весь какой-то закрытый для этого мира. Давай, я ж нормальный. Блин, какой я, не открывается совсем. Эй, может, ты кушать хочешь? Эй, я тебя покормлю. Есть кто дома? А вверх ногами тоже можешь. Ничего себе. А на двух ногах? Ой, кто там прячется? И кто там прячется у нас? Так, 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 так. Вот он. Нос. Я, конечно, извиняюсь, фонарик яркий, да? Ну покажись разок. Какой у тебя классный нос. Ну-ка, давай вот так тебе поставим, попробуем. Давай, давай. Доел, поди, да? Правильно, я ж тебе зла не желаю. Я так чисто посмотреть. Любопытно же. Интересно, какой ты толстый. Первый раз такого толстого вижу. Здесь чтоб бегали. Кабанчик прям. Ну-ка. Давай. Эй. Ну хоть беги, я не знаю, что-то. То я давно ежей не видел. Очень любопытно мне. Я ведь не отстану. Там еще один, а он еще один бежит. Стой! Стой, кому говорю. Догоню. Эй. Ой, это вредный какой. Что-то вредный такой. Эй. Эй. Вреднюка. Ну тот совсем прям грустный какой. Это шустрый. Толпами ходит, с ума сойти. Надо же, чё это вы вдруг? Они тут червей едят. Черви выползают, они их едят. Класс. Эй. Нос. Эй.
прятаться, а тот убежит. Что же такое-то? Давай уже. Иди, иди. Иди. Давай хоть побегаем с тобой. Не знаю, что, что-нибудь поделаем. Из меня, конечно, бегун не особо, но я постараюсь. Тебя-то я догоню. Класс. Два ежа. С ума сойти. Айда. Давай-ка мы с тобой это... Может, тебя угостить. У меня, кстати, насекомые есть вкусные для тебя. Прям супер вообще. Будешь ты такой есть, не знаю. Наверное, будешь. Я тебе прям поймал бы жуков каких-нибудь клёвых. Хотя, с другой стороны. Может, и ладно. У вас тут еды полно. Где второй? А второй так сидит. А что с ним такое? Что с ним не так? Может, он заболел? Ёжик, у меня малиновое варенье есть. Всё, как тебе нравится. Тараканы есть вкусные, большие. Я бы даже вас покормил бы этим делом. О, какой ёжик. Ой, какой классный. Ну, покажись. Ну, что ты такое стесняешься? Не стесняйся. Я ж так, подружиться. Фонарик ярко светит, не нравится ему. А там еще кто-то ворчит. Третий, что ли, где-то есть. С ума сойти. Сколько вас штук-то здесь? А, кошка! Ах ты, зараза такая! По ночам тут шастает. Дай потрогаю. Нос я потрогал. Смасайте, как классно. О, какой классненький. Носик. Носик у ёжика. Супер. Если бы у меня был такой бы носик, я был бы знаменитостью. Телезвездой. Со мной бы рекламные ролики снимали. Ну ладно, давай я тебе буду отпускать. Беги по своим делам. А то вдвоем здесь не просто так, я ж понимаю. Дела у вас важные. Ты шустрый какой. Ну ладно, все, пока. Пойду я белье вешать. А то я что-то позднюю стирку устроил. Все. Все, пока.